Так, сегодня попытка сделать несколько наборов, ну, представить короткий такой набор из 3-4 чаш. Я думал, что сейчас пока даже и времени на ничего нет, ближайшие 2 дня посылки все приходят у нас все равно. Вот, и все-таки обнаружил, что чаши есть маленькие. Есть 14,5, есть 12. Даже их протер сегодня, вы видели видео, может быть, кто-то видел. Силиконом, уже аэрозольным силиконом все протер. Вот. Сегодня мне заявили, что я прислал чашу, до которой было отвратительно дотрагиваться, и коробка была, ну, похоже, не того цвета, то есть видно, отказались. Еще и штукатушку не положил, хотя, может быть, я ее даже положил. Вот, ладно. Итак, чаши 23 сантиметра, 136 номер, тигровый глаз, тяжеленькая, 800 почти. 17 сантиметров непальская чаша, 17 сантиметров 700 грамм, но она у нас уникальная, все эти непальские чаши, хотя их крайне мало кто покупает, но, видимо, на аудио нет, на видео какого-то чувства не переходит от них людям. Вот, пятиметальная чаша 14,5 хорошая, с правильным, так сказать, звуком, и 12 сантиметров у нас тоже 5 металлов чаши. Вот такая история с чашами. Ну, что они смогут сделать, надо попробовать.
Вот такой набор. Ну, сейчас я все-таки уже несколько раз насчет вот этой чаши слышал ее, и у нее есть какой-то звон. Она прекрасно в резонансе работает, она там прям поет. Ну, вот сейчас мы ее проверим еще раз. Вот есть звон. Трепещание это какая-то. Оно и с этой палочкой есть, и с этой есть. Ну, в общем, мы эту чашу просто, видимо, будем возвращать на родину со временем. Вот, но определились зато три чаши по качеству. Вот она и по тембру не совсем подходила туда. Вот, получили, что вот эти три чаши, мне кажется, хороши. Ну, вот это просто она строит собой набор. Это дает хороший низ, очень такой вибрационный, вы, наверное, слышали, когда вот, ну, вибрацию ее как бы слышно на микрофоне, она идет таким уже не музыкальным каким-то, вот именно вибратоном. И сейчас я хочу представить сегодня как раз вот эту чашу вместе с 35-й. То есть 23 и 35. И они творят вместе тоже чудеса, потому что по отдельности они звучат в 2 раза короче. А вместе это очень сильная вибрация, и вот пытаюсь сегодня передать. Ну да, и про этот набор, что есть прекрасный низ, который дает вот такую вибрацию. Особенно вместе они тоже очень хорошо зазвучали, эти чаши. Я даже не ожидал от 17-й, но эти чаши, да, все умеют. И вот это 12-я с прекрасным длинным звуком, высокой нотой. Ну, это мое, вот мои слова. То есть все же могут по-разному прочувствовать и сказать свои слова. Спасибо за внимание. Через пару дней, наверное, будет большое чашепредставление. А сегодня еще одно предстоит. Спасибо.